Всем привет, дорогие друзья! С вами Леон Клауд и Женя! И мы продолжаем. Слушай, а как-то можно заехать к тебе в этот большой самолет? Это вот он и есть, стой. Нет, не в этом, еще больше, ты в этот не заедешь, он не открывается. Открывается? Открывается, же нажимай, ничего не происходит. Блин, а как-то можно на него заехать, что ли? Можно запрыгнуть, можешь на крыло, если хочешь. Подожди, сейчас я запрыгну, попробую. А что стоит? Знаешь, что стоит? Где? Где? Зелененько жадко. Ой, ты дурак! Ты себя взорвал? Нет, пока. Чё стоит? Переехал меня. Двигатель, что за фигня? Ну, так бывает иногда. Ой, он заглох. Заглох? Ой, не сломался, он сломался. Вот я тебе винт разнес, когда мы начали. Нет, это мне винт. Потому что у меня вертолет уже жестоко дымит. Это енот, все виноват. Да, потому что он на меня наехал. Че ты поставил прям? Стоп-хам! Да, стоп-хам, наклеим его на лобовуху быстрее. Нашел крутой. Блин, почему здесь тупик? Че вы нашли? Какой-то зеленый, это маленький самолетик нашел. Меня, короче, сейчас я походу падать буду на вертолете, я почему-то... Мне кажется, здесь где-то в ангаре должен стоять большой громадный самолет. Который как раз таки... Сохранение не удалось. Клауд, тебя сейчас убьют, наверное. Давай лети. Я даже сниму это. А где ты находишься? Да я вот рядом на машине. Спасибо. Подожди, тут должен быть громадный вертолет, мне кажется. Громадный самолет, ты сейчас в него был. Это не он был? Здесь должен быть отдельный, когда ты четырехвинтовой ищи. Так у тебя сейчас был четырехвинтовой. А именно вот с турбинным двигателем, мне кажется. Да нет, ты что такое? Мне кажется, больше нету, потому что да. Либо он реально где-то стоит в ангаре, потому что купить его нигде нельзя. Еще больше. Ангаре стоит где-то, надо найти его. Слушай, ну так нечестно, это прямо на военной базе стоит Бигфут этот. Как я должен его забрать, а? А может тебя пропустят, посмотри. Да, конечно, ну попробуй. Откуда у меня опять менты? Ты же на аэропорт. Ты с оружия целишься в кого-то? Да нет. Странно очень. О, вот он стоит, во-во-во, он прям рядом с этим. Ты должен спокойно туда заехать, мне кажется, раз ты покупаешь либератор, то есть тебе дают доступ к базе на военную. Не, он рядом стоит, я думаю, внутри. Бля, я думаю... Я что-то не могу сесть в самолет. Не в один. А, подождите, можешь угнать, он наверняка приземляется, это громадный аэропорт, правильно? Можно угонять в теории. Вы о чем? Да, верно, скорее всего, под колеса едешь и все. Ну тормозишь его и все, угоняешь. Я могу прямо на него сесть. А в онлайне можешь дирижабль вызвать? Нет, наверное. Это ты летаешь на зелененьком? Да, да. Сажайся давай. По-моему, нельзя. Ладно, погнали, что мы собирались сделать-то? Я тебе не могу, в принципе, подвести, но это будет посмертно. Я лично еду. А, это за Клаудом, да, вертолет? Бесхозный. Тебя забрать? Да не я надо. На Бигфуте еду. Слушай, давай я попробую на вертолете сесть на тебя на самолете. О, боже, нет. Как в фильмах с Индианом Джонсом сейчас. Что такое? Ох ты! Садись быстрее, пока я не передумал. А там есть место? А ты на капот садись, да на винт прямо садись. Я хочу вам сообщить очень неприятную новость. Я так эпично застрял на мосту. Подожди, енот, а тоже три вертолета на халяву. Да я вот их в них и сажусь. Трамбанет. Да не, надо далеко. Сейчас я машину вызову, скорее всего. Давай, стой. А, блин. Подожди. Ох! Фак е! Я выжил. Я тебе винтом. Мне дали 3 звезды. Как? Это мои 3 звезды тебе в награду. Да, просто передались. В наследство. Что, как ты вообще туда не курил? Ты читер, что ли? Чудо выжил. Не знаю. У меня вообще даже не дымится он. Справедливость. Где машина вообще? Машина, подожди. Нет. Короче, я подорвал свой Бигфут, я буду еще раз вызывать. Блин, да ты че? Да тебе надо было... Успешное сохранение, это я люблю. Макдональдс, все, что я люблю. Да. В Германии есть Макдональдс? Что есть? Конечно, есть. Почему меня на базу не пускают? Весело и вкусно, пожрали. Ох ты! О, меня убили, офигеть, сейчас всю тачку конфискуют.
Ладно. Жесть. Слушайте, а можно еще кого-нибудь пригласить в эту сессию? А ну, как... друзей можно. Но сейчас уже старые сериалы лежат, поэтому... А как мы играем? Так, может, присоединены. Я, например, хотел еще одну присоединить, но не получается. Сейчас попробую еще. Фига себе, ник у человека мистер Кунилингус, блядь, в Стиме. А ты его приглашай, кстати. Он в Стиме, как я его приглашу? Вот я сейчас сервер работает, если буду что-то приглашать, чувака пригласить. Нет, по-моему, можно, да? Давай посмотрим, пригласим всех. Еще чувака одного приглашу сейчас. А как приглашать банды? Я заходишь, ты выбираешь друга и пригласить кидаешь. Ну только по одиночке можно. Блин, это нереально, по-моему. Так, ну я вот чё-то. А, сервера недоступны, слушайте. Ну не всем, да, дают. Не, я приглашаю лично. Ну приглашать побольше. Приглашаю, я бы пригласил, да. Так, подожди, что еще в Пегасе есть такого интересного? Вообще я тебя там хочу свой забрать снова. Давайте найдем все же эти пикапы, которые могут тянуть. Нет, так ты не знаешь, где они, как мы их найдем. Да, сейчас как-нибудь найдем. Просто нужно... Открывай, сказал. Пригласил, как, может, кому зайдет. У нас пока трое, но может зайдет, да. Вы бы видели, какой охрененный прыжок сделал. Охренеть. Надеюсь, заснял. Я заснял. Ребят, я могу подлететь, я сейчас на титан сажусь. Че такое титан? Ну, четырехвинтовый. Где ты его взял? Че такое титан? А где он? В этом? В обычном? В смысле в обычном? В Пегасе он. Че за Пегас? Он продается в магазине. Скажи сначала человеку, что купить его сначала надо, потом в Пегасу звонить. Стой, собака! А, поехали. Да подожди ты, сади его. Сложусь, пытаю. Сейчас опять меня. Нет! Давай. Я попробую сесть. Подожди, залезть на него. Давай, ну ты через нос пытайся, ты не поможешь. Да нет, сейчас, подожди, через нос. Я понял. Сейчас все будет. Здесь нас не собьют. Да, не должны вас убить. О! Так ты машину, конечно, ставил не очень хорошо, ну ладно. Стой! Стою. Зря ты, я же не приготовился. Ты здесь не можешь держаться ни за что. Могу, там, когда нажимаешь этот, как он, R3 или какую-то L3, что он как бы приседает чуть-чуть. А, ну давай. А если машину как-нибудь на него? Ну только если ты запрыгнешь на трамплин. Поехали, есть трамплин здесь рядом где-то? Подожди, не едь. Трамплины есть на пляже зеленые. А, нет, это вам не поможет. Может, до пляжа стоит. Стой. Ну все, я вроде куда-то качусь, опять падаю. Пух. Короче, нам нужен трамплин. Трамплин там поблизости есть, кстати. А вот здесь вот эти вот машинки, да не трамплины здесь вот? Нет. Даже не себе трамплинов, я помню, были здесь все жизни трамплины. Тут один трамплин. А, подожди. Я, короче, выезжаю к вам, но мне ехать 8. Давай ты потихоньку поищи трамплин. Ага. 8 с копейками. Они по дороге валяются. Да, то мне, наверное. Не, давай поищем. Я думал, в конце серии приеду. О, трамплин, нет? Давай, да, заедешь, нормально. Ну, между колес опустишь, заедешь. Сейчас я поставлю за парканы. Ну да, попробовать можно. Я крылом поставлю, чтобы... Да что такое, опять я в этот мост вчухался. Ой, к нам присоединился человек. Давай, Клауд. Прям напротив. Сейчас. Ставь крыльями. Попробуй. Сейчас ты пытаюсь. Значит. Да что за хрень? Тяжелая бандура же, ты хочешь ей ставиться. Фига себе, Белас какой-то там приехал. Какой Белас? Да вон парень тут. Опять я, короче... Так. Нет, блядь, не допрыгну. Ну вот же, все, ровненько стоит. Да не допрыгну, мне кажется. Я дальше стоять. А, блядь! Пытайся, короче. Давай, попробуем один раз. Ты бы заглушил. Между колесами. Они могут глушить, я не знаю. Нет. Слишком. А, я понял. Ты вообще имеешь в виду? Сейчас. Надо. Я ненавижу этот мост. Давай. Трюк да. Номер два. Попытка номер два, да. Надо просто больше разгон. Нормально такой поста? Хватит такое расстояние. Все, я готов. Хватит? Я готов. Подожди. Встал. Вот так, давай. Эй! Опять. Слишком далеко, слишком далеко. Далековато стоит? Да подожди, еще один пробует. Да. Че, нет?
Она вообще, по-моему, потеряла жопу. Надо мотоцикл, надо мотоцикл. Да не, мне кажется, ну давай я поближе встану, подожди, чуть-чуть ближе встану. Подожди, розовый фламинго? Чё? Блять, подожди, что это? А, это огнетушитель. Фламинго. Огнетушитель это был, нет. Сейчас, подожди, первая попытка, тут один едет. Не вышло. Вторая, ох, так же! Подожди, ты его сейчас раздаешь. Он лежит под тобой. А бля, убил. У тебя все винты в крови. Что? Там винты в крови. Слушайте, нам нужен мотоцикл тогда. Да, не должен запрыгнуть на этом. Я же поставил нормально уже. Слушай, я могу посадить, в принципе, самолет. Ты ровно, ты не так, ты не ровно берешь. Да сейчас попробую. У меня тачка, может, не тянет уже. Так. У вас было спешное сохранение или нет? Да нет, нет. Лагает же. Давай, давай. Ну ровно между колесами, между колесами ровно. Во! Да я не долетаю, не хватает высоты мне. Вы не поверите, в третий раз пытаюсь, блядь, выехать. Откуда? Из военной базы. Я постоянно в мост попадаю, не могу выехать туда. Слушай, а если я на вертолете сяду к тебе? А нет, не прикольно. На вертолете не айс, да? Надо мотоцикл тогда найти, сейчас найду мотоцикл. А нет, подожди, попробуй, сейчас я стал ближе. Да нет, нет, тачка не тянет, надо мотоцикл. Мотоцикл. Чувство крови. Мясник. Да я его так. Блин, я аж метку ставил на карту, что за чушь? Давай. Вы где там есть, понятно, еду. Я себя в кабине увидел, это жесть. Кого себе? Да, это жесть. Че тебе вызвало такой смех? А ты что, не знал, что можно себе поворачивать? Держусь за член такой, как штурвал. Обкуренный такой. Так вот как ты управляешь. Да. Так. Ну где твой там? Там мотоцикл ты не найдешь, полгода будешь искать. Почему? Да блин. Нет. Может тут стоянка есть какая-нибудь? Нет, я зашел на задание дебильное, я не хочу его активировать, как мне отменить? А? Есть? Так, нолик нажимай. Да, выйти и сделай. У тебя задание какое, ликвидируйте цель? Ой, машина сейчас. Да нет, просто... У тебя внизу... Стрелочка. Потому что бывает звонит там чувак один, и нужно будет просто цель взорвать и все. Ну, Лестер звонит. Да-да-да, у меня тоже сейчас на это, я нечаянно нажал. Не, у меня... Блядь, да... Прыжок! Ну где вы там, господи? Да мы ищем. Возьми машину просто побыстрее. У тебя просто кроссер, неудобно. Да, меня сейчас, думаю, порешат полиция. Так я пойду уже заберу этого, Женю. Ну иди и слетай. Ты... Зачем меня за... Не-не, меня забирать надо, я уже еду. А ты на чем едешь? Я потом приземлюсь. Я на Бигфуте еду. Не заберешься я пока. А он на Бигфуте? Ну. Прикольно. Покататься хоть вам дам, ё-моё. Да мы катались уже. Катались в гонках. В гонках нам. А, в гонках. Ну там было в гонках. То же самое. Да, зачем платить больше, если... То же самое, только на время, да? А ты пришел? А, ты же розовый размаст. Роза. Фламинго. Так, подожди. Что за звуки были тут? Да я просто... Нет, я вот так сделал. Это губами. Че, если ты научишь потом? Слушай, у меня тачка застряла между мостом и землей. Я еду к вам. А где в каком месте? Как это? В каком месте? Ну как тебе объяснить? В каком месте ты едешь, Жень? По городу еду. По городу? Так я сейчас скажу, а вот я вижу все. Как ты? На чем ты меня заберешь? Я на Бигфуте еду. А чем на Титане? На Титане ты хочешь забрать? Ух ты, нихрена себе. Я планирую. Машины, короче, отлетают. Нифига жестоко. А где все эти мотоциклы, парни? Есть? Ой, я вижу Женю, я вижу Женя, я тебя вижу. А я тебя... Нет, блядь! Я над тобой, Женя, я над тобой сейчас буду, смотри. Ух ты, нихрена! Эпик. Офигеть. Блин. У тебя реально Биг. О, нет, только не этот. Ой. Вот черт, ты мост. Понимаешь, это как штанга отлетела, или что? Штанга. Анализ бил. Блин, ты нашел самолет, я сажусь, да? Кто самолет-то пошел? Ой, какой-то мотоцикл. Да, ищу, сейчас найду. Подождите. Я уже близок к цели. Лично я близко к цели, я уже подъезжаю. Заезжай.
Ух ты, нифига, за кем-то вертолет. Четырехколесный. Так он же прыгает. По идее, должно тоже что-то интересное получиться. Кто? Бигфут, у него же колеса же здоровые. Да ладно. Попробуем, может, что-то интересное получится. Я нашел. Отлично. Только нашел мопед, блядь. Мопед сойдет? Мопед, ты не, в жизни не разгонишься. Да, думаешь? А если там будут стоять Бигфут? А чё не открываются двери, кстати? Какие двери? А, так ты же должен был владеть аэропортом. Так я. Слышь, а телепузи ко мне идет. Мусор, телепузи ко мне идет. Так я знаю, так он чё? Денег заплати ему, дай взятку. А чё он за мной идет? Идите, не надо мне звезд. Слушайте, Кукину туда въезжал. Как, куда? В аэропорт. А, потому что там есть трамплин справа. А, понял, где? Трамплин справа, кажется. Трамплин справа, я на Бигфуте, имейте трамплины, я вон. А, да, слушай, он вряд ли сможет. Блять, я не могу заехать. Попытаюсь, сейчас. Я трамплин знаю, что есть, но я на Бигфуте, я не смогу тут заехать. Какое-то задание, разборка и крыша. А могу тебе помочь? Вот там качаться надо. Да? Так это старое задание, нет? Ну, старое задание, но с новыми дырками там. Почему мотор барахлит? Почему включился мотор? Слышь, это телепузика все-таки опять до меня идет. Смотри, офигеть. Кто? Кто ему это? Да мусор тут стоит. Мусор? Возле. Да. Мусор. Или как вот. Че он хочет? Может, сейчас машину выкинуть? Он тупо встал возле машины и смотрит. О, я вижу, вижу. Подожди! Ушел. Я заснял. Я ехал на мопеде такой веселый к вам. Да я что ты могу вызвать, мне их не жалко. Просто встану и поскорблю сейчас на твои. Я выключусь, я понимаю, что происходит. Жуть. Это было похоже на какой-нибудь фильм. Забери меня, вместе въедем. Куда вы въедете? В аэропорт. Забери меня вместе. А, меня кто? Я заказал. Заберите. А, вот еду. А то есть запустит, значит, да? Да, да. Но меня же запускай бесплатно. Я отлично. Же... Значит, сейчас я. Владелец. 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 Хороший мотоцикл. Не титана владелец. Где вы? Кто меня заберет сегодня? Yeah. А, yeah. Подожди. Так вот. Это какой-то абля. Какой-то абля. Что тут рядом едет, забирай меня. Да подожди, я на мопеде. Подожди, не-не-не, я забираю. И что на мопеде, блин? На мопеде очень сложно перемахнуть через мост. Я еду. Ну и куда хочешь, пускаю. Я еду. На месте только главное стоять, никуда не двигаться, я еду. Там просто абля был, я думал, это ты там. Давай, да. Только выйди, я должен быть за рулем, чтобы постелить. Я почти движусь. Блять. Этот мопед не едет. Нахрен я его взял, парашюту. Поехали. О, либератор, мать вашу. Прям как вибратор. Вибратор, ну. Какие-то реально. Стойте. Стойте, вот чуть назад сдай. Чуть назад. Все? А где он есть? Я не могу посмотреть, где он есть. Я хочу заснять. Сверху! Ну ладно, поехали. Чё, куда едем? Ну, за аэропорт, на Титан. Чё это было? Чё, поспать лёг, что ли? Сейчас просто фильм «Няньки» мы засняли. Да. Помните, у них там был Бигфут, они чела проезжали? Это было... Тебя ещё задавил кто-то? Меня задавили. А ещё один Бигфут есть? Эй, ты, блин, придурок, на своей колбасовой зилке, блин, смоли. Колбасовая зилка. Слушай, а давай я буду ехать, ты меня переедешь, попробуешь. Давай. Кстати, я нашел тачку, похожую на трамплин. Поехали в это. Награду дали, пассажир, нифига себе. Что ты едешь? А ну едешь за мной, в принципе, сразу все. Поехали. Сейчас только не помню, где вход здесь. А въезд вот здесь должен быть, да? Да, снизу бежать надо. Так, все, готов заезжать? Подожди! Да, подожди! Я не на мопеде, но мне тоже надо время. Ты убил, что ли, его в прошлый раз? Блять! Стойте! Давай, пропускай. Вот тут телепузики же стоят, вот они подходили ко мне. Все, заезжаем! А где открою тебе, смотри? Я
заехал. Подожди, блядь, ребята, что ли, закончился? Подожди. Я тут. Какого хрена, блин? Что случилось? Сейчас позвоню, что-то они-то, походу, не забрали мой самолет. Ну, ты звони, а я пешком пройду. Может, мне вылезти надо? А, пройти? Они поставили какой-то другой аэропорт, закинули его теперь, блин. Подожди, мы две машины поставим. А не, в аэропорт устой, подожди, может, я могу просто заехать на нем? Ни хрена. Открылся? Давай по мне! А давай мы две машины в ряд поставим. Давай. Подожди, стой, это одна. Сейчас вторую поставим. Я да, блядь, не садись. Второй какой-то, садится. Это я. Ладно, я сяду, я в другую машину сяду, поставим. Нет, там еще одна, давай три. Три ты сможешь переехать? Третью. А вон еще одна, вон стоит, я вижу. Да, сбегай. Подождите, посмотрим. Я селфи хочу снять. Да. Селфи. Сейчас. Подожди, автопортрет. Подожди, стоп. Давай газуй, тачка не сядет. А вы сейчас станете прямо на них, на машину залезть. Да блин, подожди, тут кто-то передвинул. Да этот передвинул. Давайте. Сейчас еще я тут двинуть надо. Наверх станьте наверх эти машины. Подождите, вверх? Да, я прямо с вами вообще просто. А что он сделал? Вот. Да он сейчас отъедет, подожди. Он реально, мы поставили машину. Реально, ну, сейчас я поставлю близко. Блять, я су. Все, давай, встаем. Все? Давай, 3, 2, 1. Ох, черт! Нифига себе. Нет, я выжил. Надо было вдоль поставить. Надо было вдоль поставить, мне кажется. Давайте, короче, тут возьмем две... давайте эти две машины возьмем, они идентичны почти. Ты посмотри, там одна вообще машина. Какое у нее переднее правое колесо, вообще жесть. Так мы сейчас как трамплин, Хотя, вон, вторая, бери вторую. Как трамплин используем. Ну? Куда, блять, вы че все... Ладно, куда? Я жду вас. Смотрите, ребят, здесь самолет еще стоит на халяву. Да? Да. Так, давайте его затрамбуем нахер. На! Давай его перееду. Давай. Попробуй. Это твистометалл. Офигеть, нифига там подлетели. Тихо. А что мы хотели сделать-то? Я уже не помню. За Титаном сгонять? Да, он теперь в другом аэропорту. Все, поехал за Титаном, давайте, поехали сейчас. Нет, он в этом. Ну, поехали. Ух ты, бля! Нифига себе. Кто это? Я врубался. Вот он. А, Карбобоб! Я его сейчас возьму. Я, может, могу этот, твой? Пойдешь прыгать на мой этот. На мой Титан. Что мне надо сделать? Что мне надо сделать? Тебе нужно сесть в него. Нет, я сел. Дальше куда? Меня забирай. Либератор забирай. Да, подбирай нас. А не, вы подожди, где? Сядь к нему в этот карбобоб, чтобы он на карте показал, где там то этот находится. Вот, мы уже приехали почти. Приехали, ну пусть он на самолет закинет нас. Я могу на самолет вас посадить, да? Да, и кто-то попытается, и попробуешь взлететь. Посмотрим, получится или нет, потому что я говорю, я видал фотографию, как раз посмотрим. Да это лишь фотография. Так я же, вот сейчас узнаем. Попробуем, вот он стоит, Матистан, в смысле, вот он. Ого. Да, смотри, наверху там можно спокойно стоять, ну. Ну давайте. Да вы что-то не ту тачку взяли. Я за руль сяду. Только, ребят, тут менты, так что давайте быстрее как-то. Да, две звезды, я подъезжаю. Хватай. О, ну. Не... Подожди, не дали. Вроде схватил и что-то. Да, что-то фейл. Сейчас. Что-то реально не получается. Что хотите сделать, ребят? Да мы хотим посадить. Кого? Куда? Садись на своем самолете. Вот это на меня сверху садись. На Титан садись. Подожди, мы хотим. Во-во-во! Давайте отлетим куда-нибудь. Отлетай куда-нибудь, потом давай, посадим. От ментов главное. Блять, какая тяжелая у тебя тачка. Да, смотри, чтобы не подорвались, а то не собираюсь опять на военную базу ним ехать. Так, давайте от ментов уйдем и попробуем посадить. Уйдем, давай я сажаю, мы все приеду сейчас. Да? Ладно, давай. Я не могу ни на газ, ни да. Только не об меня, а сверху посадили.
Сейчас. Постараться. Только не по винтам, только не на винты. Я понял тебя. Так ты заглуши. Ну. Не могу. Стой! Вылези с этого. Да нет, пусть не вылазит, там же винты. Что ты делаешь? Ты назад здесь. Да я понял. Это ж не так уж и легко. Ветер, ты же тоже... Все! Стоять. Аккуратно! Менты остались, кстати, заодно. Только не упади. Едешь, попробуй. Постань чуть ровнее, мне кажется, не? Сейчас, секунду. Тут надо по миллиметру ехать. Да. Менты отстали. Не падай. Эй, красава. Херачи, у тебя колеса в обратную сторону. Нет, подожди, он еще неровно стал. Прямо надо немножко встать. Да ты по чуть-чуть, лево, вправо. Подцепи мента. Мента? Подцепи. Будешь удивиться, выкинь его нахер с этим. Подожди. Вож, подцепил, блок. Да подожди. Это точно мент? Да, я выкинь его нафиг. Ну, в принципе, я думаю, я стою, слушайте. Можно, да? Не, подожди, сейчас я мента выкину. Блядь, я падаю! Нахер ты на газ нажал? Потому что он катиться начал. Пробуй, я еще газ торос нажимать буду. Я мента подцепил! Давай! Так вот там! Закидывай! Подождите! Да уже поздновато, я уже слетел. Сейчас я его выкину в море. Увези его оттуда. На! Все, справились. Пусть плавает там, да. Миссия... А я могу подцепить твой? Подожди, так это был не мент, или это мент? Нет. Че, все, никак? Подцепи, мой самолет подцепи. Я скатился. А можно вообще? А попробуй, а потом сядь на него и поедем вместе. Это я буду, типа, как шаттл, ты знаешь, запускать. Шаттл, блядь. А здесь шаттл, блядь. Звездные войны, звезда смерти, сейчас мы построим. Подожди. Давай. Ровно здесь. Ну, куда-то чуть-чуть. Да, я понял. Вот, нижнее, Виктор, нижнее. Давай. Цепляй. А пост садись дальше. Садись. Охренеть! Я мастер пилотирования. Полетели, черт возьми. Охренеть. Что, подруливай там, не знаю, немножко. Давай. Он скатывается. Да я пытаюсь, да. я выровнять пытаюсь. Я не могу сидеть. О, взлетай. Взлетай. А это где? Все, трансформеры, трансформируемся. Подожди, я могу тебе сесть сейчас. Давай, хорошо. Попробую, это просто в воздухе. Ты лети ровно. Будто бы лечу. Сейчас, давай чуть... Я сейчас тоже на самолет свистну. Это зимнишься жестко. Стой. Что, стой, я не могу, остановиться, наш самолет. Да, блядь, давай, лети, подожди. Так, я пытался это... Спариваемся в воздухе, блядь. Стой. Еще, блядь. Давай. Я сел, мать его, на летающий самолет. Я выпрыгнул. Охренеть. Я тону, на дно плыву. Круто. Он еще чел сидел внутри печати. Черт возьми, это был Абле, да? Ну самое, да, он еще внутри сидел, оказывается, я не знал. Мы на летающем. Я на дне. Самолет сели. Я задыхаюсь от воздуха. Тут что-то менты друг друга целуют. Что? Ну, блин. Гей-полиция. Подожди, а если... Мне две звезды дали за то, что я просто перешел им дорогу, а то потому что я черный. Уроды. Да умрите вы. Где я оказался? Сейчас мне, как всегда, кто-то позвонил в дверь. Немцы? Это... Что это играет? Конечно, немцы, хуже, чем я. А почему русские тебе не звонят в дверь? Потому что... В Германии нет русских? Я не думаю, что русские, когда выходят из дома, забывают ключи дома. То есть ты жену уже не забираешь, она сама дошла? Почему? У меня жена русская, у меня не немка жена. Да при чем тут это? Я просто я сказал то, что мне позвонили немцы, сказали, что они забыли ключ у себя и закрыли дверь. Боже, как сложно. И спрашивают, не могу ли я им помочь?
Чем? Выбить дверь ногой? Ну, я им предлагал, но они сказали, хотят карточку попробовать. Ну, пусть пробуют. Какую карточку? Ну, суешь карточку, короче, где сам замок. Взлом. Можно, короче, открыть без ключа, если ты не замыкал. Охренеть, это только в кино я видел такое. Да, а я уже пробовал так открывал. Слушай, там чувак оделся прямо... Чужие квартиры. Такие же тапочки, не тапочки, другие. А вообще где есть? Да, мы вообще не... На аэропорту бегаю. Да вот кого-то я вижу. А, вот они, все, сейчас кого-то задам. Забери меня, я задолбался бежать уже. Слушайте, мы вообще много осуществили. Короче, гони картинку, титаны сверху, сверху стоит либерейтер, это знаешь... Налево, прямо, налево, прямо. Чё ты там? Прямо, влево, глубже, ниже, чё это за... У меня школа вождения, так что я сдаю на права. Инструктор, я тебе дрочку покажу там внутри. А ты на чем едешь-то? Ну как красиво, ночью. Давай правее сворачивай здесь вот. А, вот есть трамплин, а правее, нет. Правее. Куда вы едете, блядь? Сюда нужно стоять, подожди. Вот он, вот он появляется, видишь? На! Подкрался, не заметно. Как раз и сказал, вот он появляется, он как раз нагрубался. Палится сразу. У меня уже звезда откуда-то непонятно. Да потому что я вам передал. Тебе звезды. Блядь, на! Скотина. Так, вылез помощь. Где мой самолет? Ай, убегай. На, второй. -2. -2, это живой-то? Я еще взял супер кар и... Сейчас я тебя перееду, подожди. Сейчас я вас всех перееду. Нифига себе, мусорскую тачку так откинуло. Где-то там есть. А, вот он ты. Ну-ка сюда. Что там взорвалось? А что-то там подорвалось? Я подрался об два мента. Нифига. Скоты. Сам за рулем был, говорит, скоты. Черт, меня преследует Бигфут. Это наш трамплин. Смотрите, есть еще трамплин около аэропорта, на котором можно прыгать на самолет сверху, знаете, да? Подожди, я звоню 911. Не убивай меня. Ой, у меня звезды уходят. Звезды тебя уходят? Может, ты пьян? Наверное. А, черт. На песке лучше не ездить, заносит жестоко. Что такое Люксор? Кому ты там звонишь, а? Подкрался так незаметно. Это заказал какой-то крутой самолет. Слушай, колеса можно прострелить? Не знаю. Куда ты, чувак? Какого хрена? Нет, сбей меня. Спасибо тебе. Они не подстреливаются, блин. Чего? Давай, переезжай меня. Сейчас. На. И как раз успешное сохранение пишет. Да, слушай. Ох ты, нихрена себе, вот я подлетел. Подождите, а где этот? Самолет какой-то, сейчас посмотрим, что за самолет. Мне нужно 5000, друг, извини. Это все ради денег. Я надеюсь, за того хоть на... Если ты смотришь это видео, не обижайся, да? Блять, мне не дали 5000, я просто так его убил. Нет, тебе сейчас должны дать. Из-за серверов, скорее всего, лагануло. Да. Ну, у него до сих пор висит это. А то, вы что... там еще? Там осмотр находится, подождите, новенький. Где мы? Ох, нихрена там полетел. Сейчас комбо. А! Вот это да. Вот это поворот, переворот. Ну, переворачивайся, ё-моё, как это еще называется. У тебя что-то отвалилось от него. От чего? А чего там? А это не страшно, это запчасть. Да, Бигфут. Так, подожди, я нашел какой-то самолет. Это Люксор, не может быть. Че у вас там? Где мой Люксор, мать вашу? Пикассо, ты еще охренел, что ли? А может в другом где-нибудь? Сейчас я закажу. У него еще чуть-чуть. Ты всем колеса и прострелил, что ли? Да, я призрачный гонщик. Сейчас буду. А чё у меня в Бигфуте света нету? Света? Света, свет не говорит, я включаю. Слушай, это же не моя машина, все колеса прострелил. Да ничего страшного, главное не взорвать ее, а то заплатишь штраф. Да? Штраф? Да, штраф. Подожди, менты. Так лучше давай я тебя подорву. Я заплачу. У меня денег больше. Мне не жалко. Фига себе, у меня уже двери нет.
Ну это знаешь, что купил, что я купил, что я купил. И. О, ребят, я купил себе реактивный черный смет для богатых. Кто со мной? Для богатых. Пошли. Ну раз для богатых, давай, поехали. Ну, кожаный салон, все дела. Кожаный салон. Как ты можешь смотреть салон? Блин, меня настигает. Меня перестрелку приглашают. Приглашают 600 тысяч. Ааа, я не могу. 600 тысяч. О, дрифт! Дрифт, охренеть! Я вошел в дрифт! В дрифт, дрифт! Добро пожаловать! НФС! Вот это дрифт! Вот это дрифт! Короче, вас пока сорю бабушку. Все, я выхожу. Я припарковался. Ай, ты меня чуть колесом не переехал. Ай, по мне кто-то стреляет. Да ебая. Черт! Я целюсь, он не целится, он не хочет целиться. Ребята, кожаный салон. Кожаный салон.